29 метров квадратных, берлога холостяка. Вот как планировка. Сейчас первое, что мы обязательно показываем, это планировка. Как будет выглядеть уже в дальнейшем, надо просто проследить и увидеть какие-то маленькие нюансы. Так, давай ты, наверное, заходи. А я буду сразу рассказывать, где что. Давай вон в угол и подальше. Потому что здесь масштаб играет очень большую роль. На 29 квадратных метров все-таки надо умудриться сделать. Первое. У нас хорошая большая прихожая. Она 1,80 м на штукатурке будет. Почему 1,80 м? Потому что вот это расстояние небольшое мы будем использовать для верхней одежды. Это будет здесь обувничка, и наверху можно будет вешать верхнюю одежду. Соответственно, у нас еще вот здесь можно поставить либо пуфик какой-то, либо еще что-то. Здесь у нас образовалась очень интересная ниша, в которой тоже можно поставить какую-то большую вазу там, то есть, ну, так. Можно декором поиграться. Здесь есть возможность для таких вот, вот именно углы вот эти обыграть. Либо просто сделать здесь такой хороший встроенный шкаф для каких-то хоснуж, там пылесос какой-нибудь там засунуть или еще что-то. То есть все это сделать можно. С этой стороны у нас гардероб. Гардероб большой и весьма такой глубокий. Для чего мы его сделали таким большим и глубоким? Потому что вашей, в общем, в берлоге холостяк у нас спортивный. Может, это шоу холостяка. Очень хороший, позитивный, кстати, у нас заказчик. Вот, молодой. Смотрите, здесь будет, скорее всего, велосипед еще как-то либо крепиться, либо ставиться, либо подвешиваться. В общем, все это мы, конечно же, позже, все это наши мебельщики подскажут, обыграют, как это лучше делать. Дальше здесь у нас будет стоять большая кровать. Причем, как я говорил, все равно забыли. Забыли, точно. У нас здесь есть подсветка кровати, вернее, должна быть. Забыли. Там должна была быть выведена одна розеточка для включения подсветки кровати. Вот, все это вы увидите чуть-чуть позже. Так, здесь в этой планировке мы опять столкнулись с такой, ну, это не проблема, это даже не знаю как, это особенность планировки, что мы делаем либо отдельную кухню, либо отдельную спальню. В этом случае мы делаем отдельную кухню. Для того, чтобы... И опять же, насколько она отдельная? Она чисто делается, обыгрывается порталом, она будет без двери. Но, тем не менее, она будет, скажем так, закрытого типа. Здесь у нас будет располагаться телевизор. Вот, ну, обратите внимание, ну, на 29 квадратов, ну, весьма комфортно. Комфортно, большая площадь. Да, учесть, что еще где-то вот здесь там закончится кровать, то проходы везде, в принципе, они хорошие. Так, пойдемте на кухню. В кухне уже сделана сантехника, как вы видите. В кухне, обратите внимание, здесь очень много места тоже. Для того, чтобы тут даже можно вот с этой стороны, можно даже поставить хороший большой диванчик. И сидеть, припеваючи здесь винцо, и очень даже хорошо, ну, имея кухню здесь, кстати, здесь довольно большая, здесь может и 60, здесь может быть вся кухня даже будет. Так, у нас здесь что, роутер, полторашка есть, ну, в принципе, все. В принципе, наверное, на этом все. Так, телевизора у нас здесь, я так понимаю, либо это будет действительно телевизор, но слишком много проводов, это роутер. А может быть, над холодильником будет и какой-нибудь маленький телевизор.
Опять же, мы это все, все это проектируется, все это все время обновляется, может быть, какие-то вещи обговариваются, и они делаются уже непосредственно от ваших каких-то пожеланий, да. Ну, знаешь, хочется как-то быстро сказать, там, хотелок, еще что-то, поэтому, поэтому хочется все-таки, чтобы формат был, ну, более такой лояльный. Можно, конечно же, говорить там разные вещи, некоторые у нас умудряются там и матюкаться там, и все что угодно, да, ну, нужно разговаривать хорошо и по возможности грамотно. Вот, что могу еще сказать. Все-таки это мы показываем на ваш такой суд, вот, на ваше усмотрение, как это все выглядит и будет выглядеть в конце. Тоже вы увидите, поэтому комментируйте, подписывайтесь на канал, делайте, может быть, какие-то замечания, что вы видите так, может быть, что-то не так. И мы постараемся сделать чью-то квартиру еще лучше, чем предыдущую. Еще интереснее дизайн, еще интереснее сами видео. Поэтому комментируйте, мы с большим удовольствием идем на встречу, идем на контакт. И вы смотрите, мы показываем, и мы друг друга будем все время находить, поправлять, и от этого станет, ну, только интереснее наше с вами сотрудничество. Все, наверное. Ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте, не забывайте. И всего доброго, пока-пока.